Трем подписчикам и гостям, я Джетли. Сегодня я хотела бы устроить тоже такой небольшой мини-влог. Отвечать на вопросы, наверное, буду в отдельном видео, потому что вопросов накопилось очень много. Мне их надо еще все перечитать, почистить немножко, типа SaskFM. И тогда я смогу полностью вам рассказать то, что вы так хотели от меня слышать. Ну, в этом видео я отвечу на один вопрос. Это самый частый вопрос, который мне задают, про галлюцинации. У меня есть осязательные, слуховые, обонятельные и зрительные галлюцинации. Я говорю это быстро, потому что снимала уже это видео, и... Короче, оказалось, что там какая-то ошибка произошла, и видео не снялось. Вот поэтому я в ускоренном режиме рассказываю вам о том, что происходит со мной. Обонятельные галлюцинации — это, начиная с приятных, типа... от запаха того, что ты хочешь съесть, до ощущения и запаха гниения внутри себя, и вот это вот просто как будто окутывает вас. И вам кажется, что другие этот запах слышат. Вот. Это очень стрёмно. Это приходится делать духи и мазаться ими, потому что никто не сделает духи лучше, чем ты. Потом зрительный, это как когда у меня начиналось сейчас идет, то есть черные тени выпрыгивают из-за машин, черные тени бегают туда-сюда в ночи. У меня задернуто, блин, зеркало, у меня сейчас все зеркала закрыты, потому что из них выходят сущности. Это как раз вот эти вот галлюцинации. Три сущности есть и несколько еще видов за зеркалом. В зеркале возмерение зеркального... В зеркальном измерении, блин. Изначально я их начала видеть в 2011 году, даже в 2010-м, там, зима, когда начиналась, по-моему. Вот. И в период нескольких месяцев я смогла с ними, так сказать, выйти на контакт, и мы познакомились. Это Ная, монстр с тремя пальцами на руках, очень длинными ногтями, пробивающими, как ножки краба такие, двумя такими когтями на ногах. И ощущение, как будто это был какой-то очень толстый человек, там, сущность, и который резко похудела, у которой отвалился нос, у него три ряда клыков. А вот так вот свисает кожа, красные глаза и нет губ. Это стрёмно. Когда оно только начиналось, у меня был как раз-таки тогда раскол психического состояния. Это одно из происшествий, которые вы, ну, последствия которого вы теперь можете видеть на мне. У меня была жуткая истерика. Потом пошла апатия, я не смеялась, не рыдала, вообще ничего не чувствовала. И я чувствовала страх, когда это приходило. Мне пришлось работать по ночам, чтобы отвлечься, ну, с матерью. Либо глотать на ночь колеса и просыпаться где-то в 4 часа утра. Я умывалась, одевалась, готовила себе завтрак и просто уходила гулять. Потом есть не Айн, это анорексичка с белыми волосами длинными. Она, скажем так, тоже она упоминалась мной в стихах. Я не Айн, сигарета и сиптолета. Вы можете найти этот стих у меня в самой первой группе. На него, по-моему, ссылка есть в паблике со стихами. В пабликах со стихами есть ссылка вроде из моей основной группы. Вы, кстати, можете туда зайти, посмотреть, чем я занимаюсь. Вот там вот внизу я оставлю ссылочку. И есть зверь. Зверь — это существо, которое способно порвать ремни кожаные. Это существо, которое смотрит моими глазами, но я его не могу контролировать. Это ярость, агрессия дикая. Когда выбрасывается адреналин в кровь, и ты можешь сделать то, чего не мог делать раньше. И это зверь. Он способен прокусить человеческую кожу.
Он способен упасть с нескольких этажей и остаться в живых. И я не хочу, чтобы он ко мне приходил больше. Я не люблю калечить. Не люблю калечить других и оправдывать все это чем-то, нет. Я не хочу, чтобы это было. Теперь немного о том, что со мной произошло в ближайшие дни, ну, типа в ближайшую неделю и 2 месяца назад. Я начну с ближайшей недели и буду рассказывать все в обратном порядке. Первый — это то, что меня сестра пригласила на конкурс тату-мастеров. Я для нее была в качестве холста, это мы заранее обговаривали. Она мне набила вот такую вот прелесть, прелестную прелесть. Вот, я, правда, немножко по-другому представляла, но ладно. Мне нравится стиль моей сестры, и я в нем забивать буду целый... Короче, оно сейчас находится под пленкой, которая носится 4 дня, и все эти 4 дня она, типа, сама собой заживляется, ничего делать не надо. Это, фух, инновации. Я бы сказала, это очень круто, на самом деле, потому что не всегда ты можешь ухаживать за татухой вследствие там своей работы или своей жизнедеятельности. И поэтому я думаю, что это очень хорошее изобретение. Я, кстати, пью кофеёк, сваренный вручную, да. Короче, мне очень нравится с карамельным вкусом, поэтому... Короче, в турку вы немножко прогреваете, добавляется туда несколько ложек сахара. Можно 2-3 ложки добавить чайных, вот. Он начинает превращаться в карамель, вы заливаете его водой, кладете кофе, потом кладете корицу, ванилин, перемешиваете это все, ждете, пока оно начнет поднимать пенку. В это время вы снимаете это с огня, размешиваете, чтобы пенка ушла, и ставите снова. И снова надо варить до того момента, как поднимется пенка. Это очень классно получается на вкус. И весьма неплохо бодрит. За эту неделю я успела пообщаться с Бичом. Бичи — это бывший интеллигентный человек. Ну, с ними, короче, интересно общаться. Выйдите на улицу, поищите там, бомжей, которые милостыню просят, да, вот таких вот, типа, путешествующих. Это люди, которым стало скучно жить по законам цивилизации. Вот, и они едут искать свой дом. Дом нужен человеку лишь в его сердце. И все. В меня влюбился парень, очень сильно, ничего не замечает вокруг. Как мне дать понять ему, что у нас ничего с ним не будет? Дай совет, как парень. Короче, подходишь к нему и говоришь: я понимаю, какие чувства ты ко мне испытываешь, но мы с тобой не пара, ты не мой человек, я не твой человек, я это знаю, я это чувствую. Можно сказать, что ты влюблена в кого-то еще, потому что бывает такое, да, типа «любовный треугольник», о! Вот. И, просто говоришь ему как есть. Если ты хочешь остаться с ним, друзьями, то как бы это будет очень такая, скажем так, тяжелая дружба. Потому что человеку, который в кого-то влюблен, а тот, кто влюблен, считает его другом, очень сложно общаться. Очень сложно. Это от боли в сердце до кружения головы. Он будет вас ревновать. Это абсолютно точно. Поэтому скажите это и старайтесь с ним больше не пересекаться. Не травмируйте ни его, ни себя. То, что мне выписали транки, еще некоторые таблеточки, которые мне помогают. Там некоторые депрессии все еще остались. И мне осталось еще выпить 2 тюбика галоперидола. Плохие комментарии я буду сразу же удалять, потому что мне нужна поддержка. В общем, вам большое спасибо за просмотр. Я прошу, если вам понравилось или не понравилось это видео, вы можете поставить лайк или дизлайк.
написать об этом в комментарии. Ну, вы знаете, в общем, все, да? Вот. И я с вами должна попрощаться. Надеюсь, ненадолго. В общем, всем пока!